Приветствую вас. Чтобы справиться с тем, что вы описываете, необходимо следующее. Во-первых, определить, по каким критериям вы оцениваете свою жизнь как бурную, насыщенную. Почему считаете, что на этом хватит? Бессонница и депрессивное состояние свидетельствуют о наличии определенных противоречий у вас. Соответственно, эти противоречия нужно снять, так как они могут привести к более серьезному расстройству, такому как неврозу. И тогда вам будет понятно, куда вам дальше двигаться. Если вы по какой-то причине видите себя за прошлое, то этого делать не стоит. Напротив, нужно из своих прошлых ошибок, прошлых моментов, прошлых действий извлечь опыт с тем, чтобы не повторять больше то, что вам не по душе. Для того, чтобы справиться с этим, необходимо разрешить вашу личностную проблему, ваше противоречие, которое разгроется через анализ ваших ситуаций жизненных, анализ проблем и причин, по которым вы порвали все контакты с людьми и считаете, что ваша жизнь бурно, активно должна быть закончена. Для того, чтобы вам справиться, необходимо, с своей проблемой, необходимо выбрать эксперта на нашем ресурсе и работать с ним в этих направлениях, которые я описал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.